Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня будут гонки на воде в игре Буга-Буга Roblox. Итак, первое, на чем я буду ехать, это акула. Слева вы можете видеть таймер, который я запустил. И сейчас мне нужно доплыть до вот этой вот впереди пристани, чтобы посмотреть, за сколько времени я смогу доплыть. Я сделал с одной стороны ворота, через которые я буду выплывать. И сейчас, как только я с первым столбиком поравняюсь, то время закончится. Итак, совсем чуть-чуть осталось. Та-дам! 26 ровно секунд понадобилось мне и акуле для того, чтобы преодолеть эту дистанцию. И сейчас следующий тест. Мы будем тестировать деревянный плот. Посмотрим на тех же условиях, сколько понадобится мне времени, чтобы доплыть до следующего острова. Итак, таймер запущен, и мы поехали. На акуле, повторюсь, 26 секунд мне понадобилось, чтобы доплыть. Сейчас будем смотреть, сколько понадобится деревянному плоту, чтобы это сделать. Для чего это делаю? Мне важно знать скорость, на чем можно, к примеру, спастись от акулы, если она за вами гонится. Итак, мы видим время, что уже подходит к концу, и мы еще не доплыли. То есть деревянный плот явно проигрывает акуле, и его время 32,8 секунд. Следующий тест у нас будет уже на ледяной глыбе, на ледяной плот я сделал из них. Этот вид, конечно, я бы вам вообще не рекомендовал использовать. Все-таки поищите дерево, если вы на респе загрузились каком-то на спавне, потому что это очень долго занимает путь, и вас просто могут убить другие игроки, если у вас что-то есть ценное, если на вас одеты доспехи, либо же есть кирка какая-то, либо же еще что-то, что вы боитесь потерять. Просто не используйте никогда этот вид, потому что 37 секунд, 38, очень долго он плывет, и шансы ваши выжить в этой игре очень маленькие. Давайте посмотрим финальный результат. 48,4 секунды. Ну, цифры то же самое говорят, что не нужно вам использовать этот вид. И последнее, что мы тестируем, это плот из стали. У меня, кстати, очень много стали накопилось, поэтому я в основном пользуюсь именно этим видом передвижения по воде, потому что, ну, как бы это довольно-таки быстро получается. Сталь у меня всегда под рукой, и довольно-таки быстро он движется. Сейчас посмотрим, быстрее ли акулы. Так, 25,4, а это значит, что самым крутым плотом, который вам нужно использовать, это сталь. Она даже чуточку быстрее, чем акула. Что это говорит? Это говорит о том, что если за вами гонится акула, то у нее нету никаких шансов вас догнать. Но тут, конечно же, еще поправка на арбалет. Сейчас я вам показываю край карты, как он выглядит. Довольно-таки эпично это все выглядит. Кстати, карта очень большая, я по всем углам ездил. Это занимает довольно-таки очень много времени, что говорит о том, что те острова, которые сейчас есть в игре, ну, это, скажем так, где-то 1/5 всей карты. То есть тут еще можно строить и строить. Ну и напоследок хотел вам показать, что появилось в игре после обновления. Это рыбалка. Вы покупаете удочку и просто закидываете ее в любом месте, водоем, который рядом с вами. И рано или поздно вы что-то довыловите. Сейчас посмотрим. Вторая попытка. Видите, опять no bite. Ничего мы не поймали. Третья попытка. О, написано, что мы словили рыбку. Давайте посмотрим, будет ли рыбка у нас в инвентаре. Так, еда. Рыбки у нас нету, но у нас есть raw fish. То есть, как сырое мясо, сразу рыбка у нас превращается в сырое мясо. Таким образом, вы можете, в принципе, постоять и половить рыбку. Каждая третья, получается, попытка у вас будет удачная. То есть, вот два раза я ничего не словил, и сейчас на третьей, по идее, я словлю рыбу. Кстати, видите, даже опять и на третьей ничего не словил. Наверное, будет аж на четвертую. Ну, не очень удобная штука. Это так, просто, наверное, для фана. Что ж, ставьте лайк, кому было полезно это видео. И до новой встречи на канале RedCat. Всем пока!